На двух песнях договаривались. Вторая песня, она посвящена, собственно, всем нам. Называется она «Катманду». Это не имеет никакого отношения к песне группы «Крематорий». Вот, я вообще не знал, что у них есть такая песня, потому что не слушаю эту группу. Потом, кстати, послушал, когда мне сказали, но слава богу, что вот, раньше не слышал. На странице в социальной сети, в мегаполисе чужих новостей, текст просыпан, как песок из горсти. Не ищите, я ушел из сетей, не вернулся он домой к 9, ни на завтра, ни к ближайшей среде. И висит его страница в сети, по забытым пиджаком на гвозде. Может, в будущем он сыщется году в странном городе с названием Катманду. Подрабатывать он будет велорикшей за гроши, а то и просто за еду. Будет спать на деревянном топчине, расписные видеть пагоды во сне и записывать рифмованные строки на потрескавшейся глине на стене. Друзья по социальным щелкам, часовые электронной молвы, повздыхают по кафе, кабакам, от айфонов не подняв головы. Видно, нету лучше средства от ран, эти гаджеты, девайсы и прочь. Человечество уткнулось в экран, чтоб не видеть, как сгущается ночь. Извини, но я сегодня не приду. На душе одно сплошное Катманду. Там заливисто смеется желтый лама у старушки у курносой на виду. За горой ревут мохнатые быки, бродят парами дожди, как старики. Пахнут женщины корицею и сыром, а в толпе своей не чувствуешь руки. Сядет на загривок тоска, так что к вечеру не чувствуешь ног. Человеку нужно дать огонька, чтобы не был так насквозь одинок. Жить по правде в наше время экстрим, так что первым уходи из гостей. Человеку нелегко быть своим в мегаполисе чужих новостей. Живем и не в раю, и не в аду, ненавидя и влюбляясь на ходу. И мотаемся в хандре и недосыпе, мы на оптоволоконном поводу. Но у каждого бывает раз в году загорится, будто лампочка во льду, и нежданная на душу ляжет радость. Ну, ты понял? Одним словом, Катманду мы отыщемся в 3000 году в странном городе с названием Катманду. И мы вместе посмеемся с желтым ламой у старушки у курносой на виду. Там в толпе своей не чувствуешь руки, за горой ревут мохнатые быки. Пахнут женщины корицею и сыром, а дожди идут вдвоем, как старики. Мы отыщемся в 3000 году в странном городе с названием Катманду. И мы вместе посмеемся с желтым лавой у старушки у курносой на виду. Там в толпе своей не чувствуешь руки, за горой ревут мохнатые быки. Пахнет женщин корицей и сыром, а дожди идут вдвоем, как старики.